Привет, друзья! На улице жара, лето, поэтому сегодня будем готовить вкусный, освежающий напиток, как я его называю, лимонад с икристой изюминкой. Друзья, все готовится просто, но получается классный и очень вкусный, необычный напиток. Лимоны нужно хорошо промыть, ошпарить кипятком и нарезать кубиками. Точное количество всех ингредиентов я напишу в описании под этим видео. Отправляем в кастрюлю. Добавляю сюда сахар и воду. Воды сейчас я добавляю 2 литра. Ставим на огонь, доводим до кипения и варим лимонный сироп 20 минут. Снимаем с огня. У меня параллельно, пока варился лимонный сироп, я закипятила 6 литров воды и уже начала остужать. Соединяем лимон и перекипяченную воду и хорошенечко все перемешиваем. Друзья, остужаем это все до температуры 35-40 градусов. Добавляем дрожжи. У меня это свежие, но можно использовать сухие. Если сухие, то в 3 раза меньше. Все хорошенечко перемешиваем, минут 5 так обильно все хорошо мешаем. Процеживаем через марлю. И все, можем наполнять чистые бутылки. Оставляем это все в комнате при комнатной температуре, но не на солнце, 2 часа. Через 2 часа отправляем все в холодильник, остужаем до нужной вам температуры и пробуем. Вот посмотрите, у меня прошло 3 часа, и какой классный газированный лимонад у меня получился. По вкусу это напоминает классный такой хороший свежий квас, но с такой ноткой лимона. Друзья, если честно, это очень вкусно. Такой напиток хорошо утоляет жажду, очень необычный и вкусный, вполне заменят любые газированные напитки из магазина. Самое главное, что мы знаем, из чего это приготовлено. Ну что ж, мои дорогие, вот такой вот летний рецептик. Если он вам понравился, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх, я буду очень рада. До новых встреч, всем пока и хорошего вам классного лета. Пока-пока!